Всем привет на моем YouTube-канале, как всегда. Вернее, не как всегда. И сегодня не будет мукбанга, скорее всего. Это просто влог. Мы приехали, значит, в немецкую деревню. Я вам сейчас покажу, как здесь красиво, просто прекрасно. Итак, ребят, под каждым моим видео есть ссылка на донат и на карту Сбербанка. Ну и кто хочет помочь моему каналу для развития, добро пожаловать. А кто это делает? Всех целую. Сегодня такой будет позитивный. Давайте без обсирулек, без обсирулек. Хотя у меня намечается одна обсирулька. Я вам сейчас расскажу. Я никак не могла пройти мимо своих комментариев. Вернее, не своих комментариев, а кто комментирует мои видео. И, значит, моя подписчица. Вот, смотрите, это озеро. Значит, моя подписчица одна пишет мне: Лиза, почему ты стала копировать там какого-то блогера, так как стала употреблять слово фантазер? Ой, сейчас у меня не вижу себя лохматой. В смысле, а что, слово фантазер уже нельзя употреблять? Вот, ну, вот давайте по-честному. Оно запатентовано или что? Кристин, скажи. Я в шоке, честно. Слово фантазер нельзя употреблять? Ты меня называла. Давай придумаем синоним. Я предлагаю, быль. Я вообще не знаю никаких синонимов, потому что сказка. Если я буду употреблять и... Это все мои сказки. Это все мои сказки. Или это все... Мои что мечты. Еще? Такие синонимы. Мои мечты, My кстати. Мои, да, мои мечты. Это, кстати, тоже. Так, сейчас я, короче, пока поржали чуть-чуть, сейчас я вам покажу. Сейчас я покажу. А что тебя фотографировать? Я снимаю блог. Короче, это озеро в немецкой деревне. Вот там вдалеке, ну, мы поближе подойдем, там лебеди, значит. Вот так выглядит. Очень красиво, колоритное такое место. Много народу. Смеющиеся дядьки, ребенок. Ну что, что я могу сказать? Я очень люблю животных. И я сейчас, знаете, как Дроздов в мире животных. Кристин, подожди. Я Дроздов в мире животных. Хочу сейчас показать вам, как... греются на солнышке. Хотел сказать леблиди, нет, уточки. Леблиди. И мы с вами незаметно подкрадываемся, подкрадываемся. Опа, вот смотрите, видите? Греется и одним глазом косит. Не бойся, милая, не бойся. Вот еще. Так, в мире животных... Это фантазеры сидят. Фантазеры. Слушай, они спят, что ли? Я не могу понять. Они спят. Да нет, что? Они... Видишь, что? Все, холодная зима была. Я не могу понять. Вы... Голова, видите, спрятана. Но не будем их будить, тревожить. Голуби. Ну, голуби неинтересно. Европея. Ну, это... ЖК Европей, здесь вот коттеджи. Пойдем наверх заберемся. Пошли наверх. Там наверху, кстати, ресторан. Но он, походу, не работает. Сейчас мы наверх. А наверх фиг. Все, перекрыты. Перекрыты пути. Что могу сказать? На моем мукбанге на следующая тема, да, будет. Я вам немножечко раскрою секрет. Мои подписчицы, девочки в Инстаграме, стали вот прям более активные и стали предлагать мне идеи или рассказывать, ну вот, что у них там из своей жизни интересное было. Но это был печальный опыт девушки, которая в переписке своему парню, значит, отправляла фотографии. Она отправляла эти фотки, но этот парень оказался не очень добропорядочным. Вот. И, ну, я, поганый, короче, я расскажу эту историю, да, на своем мукбанге, что я по этому поводу думаю, была ли я в этой ситуации. Кристина, ты была в этой ситуации? Да, миллион раз. К сожалению.
сожалению. А мы такие. Мы шалунишки, да? Я слишком люблю свои фотографии отсылать всем, кому не лень, как бы. Ну, потому что... А ты не боишься? Есть что показать. Нет, я ничего не боюсь. Я боюсь только пауков. Маш, вот хочешь какао глотнуть? Какая рисковая. Кристина, не, ну я, конечно, тоже... Я, кстати, даже об этом никогда не задумывалась, что мои фотографии где-то могут вылезти, вот честно. Боня! Что, хоть вы меня во весь рост увидите на моем YouTube-канале? Холм! Мы, короче, с Кристиной решили, вот она говорит, а кто такие белые, типа, плавают? Вот видите, там белые. Это, ну, типа, утята же. Утята нарождались. А я так подумала, а что еще зимой делать? Как не трахаться и не рожать? Ты поняла, да? В принципе, как и все. Ты кого-нибудь родила? Короче, я бы, честно, ножки бы помочила бы здесь летом, да? Наверное, не я, только одна. Удачи. Меня скрутит, его повяжут в опорный пункт, поведут. Красота. Хорошо, как? Все? Ну, надо выключать без слова все. Ну, в плане. Все? Кристин, выключай. Че, колобочек? Поднимаемся в гору. Ну, просто вид красивый. Это, знаете, с возвышенности на немецкую деревню. Блять, хоть где-то можно погулять. Знаете, такое вот, вот как в Европе. Классно, озеро. Все красивые люди гуляют. Стильные, симпатичные. Хоть меньше уродов здесь можно встретить, в принципе. Уроды, мои уроды. Хотя уродов можно везде встретить. Полета, экскурсия. Ну, это кто-то поржал там над нами. Ничего себе, он не горластый, да? А ты что думала? В сказку попала? Ну, там коттеджи за 30-40 миллионов. Ну, я думаю, даже больше. Минимум, да. Какой-то мы тогда с Кристиной гуляли, тоже присмотрели. Ветер холодный, да? Да. Я сейчас слышу, что думаю о том, почему не сделала шпат. Да ничего страшного, это здесь, на возвышенности. У меня будет ветер влево, а я там заболеваю вправо. Ну, конечно. Еще, Кристина, у тебя варикоз, не забывай, блин, поэтому реально, у тебя ноги болят. Это я... Чаек нельзя кормить хлебом, но у нас народ... Такой, что все кормят хлебом. А вот специальная кормушка для вот этих вот всех млекопитающих. Вот, пожалуйста, вот чем можно кормить лебедей. Это чайки белые, это оказывается, не, как мы думали, не дети уток. Да, это просто чайки здесь их завезли. Кстати, не было чаек. Так, все, съемка идет. Господи, вечно я забываю на эту кнопку нажать. Принесли нам меню. Так, я сразу по согревающим новинкам. Барное меню, а это просто меню. Пицца. Что там, Кристин, ты говорила, пицца? Поменяли место. Кальцоны и прошутто. Ага. Одинаковая, в принципе, в состав. Ага. Только ветчину с шампиньонами они поменяли. И поменяли цену в 10 рублей. 10 рублей, то есть 560-570 рублей. При том, что где больше грамм, там цена меньше, а где меньше грамм, там цена больше. Кристин, ты выгодная женщина. Зовите просто... меня просто экономист. Экономист, да, 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 да. И причем такая лысая башка, да? Вот здесь лысина, да? Вот, а там сидят два одиноких голубя. Это я, знаете, про кого? Два мужчины, господи. Главное, чтобы они не смотрели мой YouTube-канал или их жены. Слышишь, Кристи? Они просто очень веселые, пьют пиво, и у них
неплохая закуска, тарелка. Поэтому нам я... бы там сейчас. Да простят, если у этих мужчин есть жены и девушки. Вот. Ну, просто они очень шумные, очень веселые парни. Поэтому я их назвала два одиноких голубя. Принесли нам по пивасику. Вот так. Оп, чин-чин. Это кайф. Боже, хорошо. Это просто кайф. Сейчас нам еще принесут пиццу. Да, вот так вот. Во, вот так вот ставим. Но она упадет, я просто... Сейчас нам принесут пиццу, я покажу, продемонстрирую, да, пиццу. Охеренная погода, просто бомба, ракета. Так, у кого я что еще украла, какие словосочетания, быстро мне напишите в комментариях. Пушка. Ребят, за вас, за прекрасный сегодняшний день. В канале с немецкой деревни, ну просто для разнообразия, ребят. Ага, пекут здесь блины. Лук красный. Сколько там? 3 штуки 200 рублей? Че, пойдем зайдем в туалет? Сядем. Сейчас мы заходим в полайнер. Ну да, прикольно. Заняли. Подожди, а там? А? О, давай туда. А здесь свободен стол? Угу. Чё, давай. Такой ресторан решили посидеть мы на диванчик сяду на улице, потому что очень тепленько, очень хорошо так на солнышко. Принесли нам пиццу. Я с грибами люблю, Кристина любит без грибов, грибы не ест. Ну, ветчина, мне нравится тонкое тесто, что здесь. И это весенний мукбанг. Какое тесто, слушайте, прям тонкое, обожаю тонкое. Слушай, я думала, он на моей стороне, поняла, ветчины как будто не видела. Я обожаю именно вот когда тесто прям тонкое, угу. Да? Угу. А по бокам много. Почему люди бортик не едят? Я ем бортик. Угу. Запить это пивасиком. Ага, благодарю. Это кайф. Слушайте, а как? Девчат, ну я знаю, что не только девчонки меня смотрят, а ребята. Девчат, вы хоть раз знакомились сами? Где-то с парнями. Вот вы мне, кстати, ответьте, пожалуйста. Как это происходит? Стесняетесь? Вы не стесняетесь? Либо был какой-то неудачный опыт у вас? Я вот, кстати, ни разу сама не знакомилась с парнями. Но, знаете, вот как-то солнце придавило голову. Вот. Я Кристину отправляю, говорю, Кристина, иди познакомься, говорю, с мужиками. Не сама же идешь на меня отправлять. Да, она говорит, нет. А я уже пивка поддала на солнце, я уже сейчас через ограду полезу чокаться за хорошее весеннее настроение. Не знаю, а я могу. Ну, как ты знакомилась? Знакомилась? Да, но я была прям в диком очке. Ну, мы познакомились, как бы, и все на этом. Потусили, как бы, все. Ну, как бы дальше у вас ничего не пошло, да? Я не знаю, что я нажимаю, но я здесь что-то не снимала.
о чем мы разговаривали? Мы разговаривали про посты и про религию. Да, я хожу в церковь, ну, я ношу крест, я крещенная, но я не могу поститься. Ох, вот этот зажаристый. Невкусно. Зажаристый невкусно. Мне папа, когда вышел замуж за... Он женился на женщине второй. После этого он начал держать пост. После этого каждый год. Какая женщина? Посмотри, как повлияла на твоего папу очень хорошо. Моя мать постоянно пекла блины каждый день. Вот мужчины все равно не меняются, да, с женщинами? Да. И вот твой папа был плохой с мамой, да? Да. А встретил другую женщину, он стал другим. Да. Но это не значит, что твоя мама плохая. Ну, это значит, что эта женщина для него создана. Да. А моя мама просто не в том времени, не в том месте оказалась. Да. Твоя мама, они встретились, чтобы родить тебя. Да. Прекрасная женщина. Дай бог ей здоровья. Поэтому, девчат, если мужчина, если вам будут рассказывать, что это мужчина мудак, он там что-то не сложилось с одной, с третьей, может быть, а с вами сложится. Может быть, он действительно, вот вы знаете, вот, инь-янь. Угу. Не, ну если он там пиздил, он и вас будет, да, вряд ли. Так. А сейчас ждем сырные палочки. Ничего не вижу, что снимаю. Ладно, что получится, то получится.